Здравствуйте, Кирилл Петрович. Рада такой возможности наконец-то в таком формате провести с вами передачу. Давно мы собирались это сделать. 100%. Я, знаете, о чем подумала? Что большинство моих эфиров с вами, они как бы всегда во время каких-то экстраординарных событий. Вот смотрите, 7 апреля мы с вами беседовали. Потом был эфир «Недавние события», да, так когда были, значит, голосование было правительство. Вот. Потом, ну, в общем, как каждый раз как-то вот так получалось, что-то в стране происходило, и вы как-то это все комментировали. А, еще когда арест Филатова, вот вспомнила сейчас, вы тоже на другой день, один из немногих, кто все-таки взялся эту ситуацию комментировать. Сейчас спокойный такой вроде, да? А на душе как? У вас? Мы вообще-то находимся за день до протестов назначенных, поэтому я бы не сказал, что совсем спокойно. Ну, не в день протестов, поэтому вроде как сейчас как-то так вот обстановка располагает. А на душе у вас спокойно? Нет, абсолютно спокойно. Почему? Ну, мне кажется, если говорить о развитии страны и о том, как страна живет, то она идет абсолютно по лезвию ножа. Посмотрите на все исследования социологические. Они доказывают эту гипотезу, что, собственно говоря, взрыв, социальный взрыв, он, собственно говоря, уже достаточно серьезно назрел. И если сегодня власть дальше будет вести точно так же себя, то, знаете, вот эти блатное поведение на уровне власти, я думаю, что это может обернуться очень такими плохими последствиями. В том числе для страны, потому что в данном случае мы говорим о том, как дальше развиваться и что делать. И как делать так, чтобы во всяком случае страна, или во всяком случае мы, как граждане, гордились, да, живя в этой стране и достижениями этой страны. Ну, я понимаю, о чем вы сейчас говорите, и для меня не нова ваша позиция в отношении того, что происходит в стране. Я вот ехал к вам, прочитал вот буквально решение Высшесудебной палаты по поводу референдума, который отменил решение предыдущей инстанции. Да. И это за два дня, за день до протестов. Легко вы уже об этом говорите, потому что есть решение, что партия будет участвовать в этом протесте. Вы не дали мне договорить, я имела в виду, что то, что происходит в стране, ваша оценка, она для меня не нова. Вы действительно в последнее время очень много и часто критикуете власть. А вот мне интересна ваша оценка, что происходит в партии. Это тоже часть вашей жизни? Ну, наверное, это не только часть моей жизни, но и часть моей боли. В партии происходят, к сожалению, события, которые тяжело как бы оценивать однозначно. Есть все-таки какие-то процессы, которые начались заранее, никто к ним не был готов. Во всяком случае, мы всегда были готовы к тому, что нужно противостоять определенным политическим силам в Молдове. Самый главный оппозиционер или, не знаю, противник политический оказался для нас Демократическая партия, в которой мы находились 6 лет в коалиции. И все это закончилось внутри коалиции, когда Демократическая партия после того, как создавала такой миф, не могу объяснить почему, полной коррупции и так далее и тому подобное, и за все это должна отвечать раз Демократическая партия, она создавала и вливала немало средств 2013 года. И с 2013 года была поставлена задача делать все возможное, ну, в медийном плане, безусловно, влиянием на электорат, для того, чтобы Либерально-демократическая партия не взяла
высокий процент на парламентских выборах. Либерально-демократическая партия все равно взяла достаточно высокий процент на парламентских выборах. Тогда такая артподготовка продолжилась для того, чтобы мы на местных выборах провалились. Но и на местных выборах мы взяли самое большое количество советников, огромное количество примарей. И после этого было уже, безусловно, вы знаете, в прошлый год нарастание протестного голосования, которое было. И было принято решение, нажата кнопка «Delete», то есть уничтожение полное. И к этому приступили осенью, начав этот процесс с ареста Филата. В дальнейшем было расчленение фракции. В дальнейшем было запугивание наших примарей, группа этих примарей уходила. Потом продолжаются запугивания наших советников, примарей и членов партии, которые сегодня работают в государственных структурах. И задача окончательная, бесповоротная состоит в том, чтобы либерально-демократическая партия была полностью ликвидирована. Поэтому ничего общего это с коррупционным, с борьбой коррупции не имеет. Это имеет абсолютно общее с политической борьбой, политической войной и политическим уничтожением своего неугодного соперника, политического. Мне было очень интересно, как вы на этот вопрос ответите сегодня, потому что сразу после событий октября, когда этот же вопрос я вам задала, вы были гораздо более оптимистичны. Вы говорили о том, что все равно не удастся, значит, добиться демократам, чтобы люди выходили от нас целыми группами. Вы не верили в то, что удастся расколоть депутатов. Вы говорили об этом. Я могу повторить. Да, вот сегодня ситуация такова, какова она есть. Я это не к тому, что вы плохой аналитик, а к тому, что вы, наверное, тогда говорили то, что вы должны были говорить. Нет, не поэтому. Была другая обстановка. Обстановка меняется. Самое ужасное, когда человек застревает в определенном какой-то обстановке и совершенно не реагирует и не видит, что вокруг него происходит. То есть для вас были сюрпризом вот эти все. К любой обстановке надо адаптироваться. Поступки. Нет, в любой обстановке надо адаптироваться. К сожалению, очень много членов нашей партии не поняли в тот момент, что произошло. И очень инерционные какие-то процессы, они их захватили. Поэтому многие решения, которые были приняты после этого, они были и ошибочные. Некоторые не оценивали, не понимали, так сказать, что за решения они принимали. Поэтому были допущены определенные ошибки. И, безусловно, когда ты допускаешь какие-то ошибки, приходят определенные какие-то последствия, которые нужно будет разгребать. Вот, собственно говоря, сегодня партия в том состоянии, в котором она находится, она, это совокупность всех ошибок, которая была допущена после октября. Я говорила больше о вашей позиции сейчас. Хорошо. Моя позиция заключается в следующей. Я не застреваю в прошлом. Я живу всегда и пытаюсь жить сегодняшним, настоящим и будущим. Хорошо, тогда в отношении сегодняшнего. Вот если бы меня спросили, как я оцениваю состояние либерал-демократической партии, да, я бы ответила так, что эта партия ранена. Я не уверена, что не смертельно, потому что я не понимаю, кто эту партию возглавляет, и я не понимаю, кто на сегодняшний день там принимает решение. Поясните. Насчет ранено или не ранено, или насчет того, кто принимает решение? А вы поясняйте все, мне тоже это интересно. Знаете, рана тоже бывает разная. Да. Есть смертельная, есть рана, после которой можно оправиться. А это какая? Ну, ситуация достаточно сложная. Я не могу сказать, наверное, с вами соглашусь в том смысле, что, да, безусловно, либерально-демократическая партия все равно на правом фланге остается и до сих пор остается важной партией с разветвленной инфраструктурой партийной. Я очень рад, что действительно очень достойные и хорошие люди, которые имеют авторитет в районах,
они остались в этой партии. В принципе, сам процесс, который сегодня происходит, он происходит, есть и плюсы свои, потому что люди, которые были конъюнктурно направлены, которые были просто, так сказать, знаете, да, обычно это... Обычно говорят самоочищение. Это вы тоже через это как бы проходили, вы знаете, о чем я говорю. Так сказать, любая партия, которая уходит в оппозицию, она теряет приспособленцев, оппортунистов. В принципе, у нас как бы произошла как бы эта ситуация тоже. Поэтому сегодня в районах, и вообще, честно говоря, если вот посмотреть, вы хотите, чтобы я характеризовал сегодня либерально-демократическую партию, либерально-демократическая партия сегодня существует, живет благодаря сильным территориальным организациям. Хорошо. Это, наверное, редкое явление, потому что обычно всегда наоборот происходит. Но вот эта партия сегодня, она благодаря территориальным организациям, благодаря сильным людям, которые находятся сегодня в территориях, она на сегодняшний день существует. И вот вторая часть вопроса, кто руководит и кто принимает решения? Ну, я вам сейчас начну говорить, и вы мне скажете, что такого не бывает в Республике Молдова. А вы попробуйте. Молдова. Ну, вот есть определенный демократический централизм и демократические большинство, принципы. Большинство, да. Да. Вот у нас есть органы власти, бюро, Национальный политический совет. Значит, я вам хочу сказать, что мы на последнем политическом совете, национальном политическом совете, мы видоизменили состав бюро и видоизменили и состав национального совета. Сегодня это вообще, честно говоря, вообще совершенно другое лицо, да, как бы. И поэтому действительно там очень много людей из территории, мы прямо их специально ввели в ряды этих органов, ну, в данном случае я говорю о бюро, и совершенно другой, конечно, разговор, общение происходит, но в данном случае решение проводится именно абсолютным коллективным решением, большинством, коллектив собирается, обсуждаются определенные вопросы, ставятся на голосование, мы голосуем. Вот такая у вас сейчас схема. Да. А я думаю, что если взглянуть на эту ситуацию проще, то ее можно рассматривать с двух позиций. С политической точки зрения, конечно, напрашивается вопрос нового лидера. А вот с моральной точки зрения, депутатам сложно собраться, да, и сказать, нам нужен новый лидер, потому что партия скомпрометирована старым лидером, и необходимо нам как-то с этой ситуацией, я не знаю, разобраться. И вот этот вот выбор, он над вами над всеми давлеет. Это возможно? Не, ну почему вы считаете, что у нас, например, мы как бы не констатировали, да, определенную какую-то ситуацию в партии и не приняли решение? Вы знаете, мы анонсировали о том, что должен пройти новый съезд, на котором должен быть избран лидер, новый председатель партии. Эта позиция была как бы согласована, изменилась конъюнктура политическая в стране, изменилась у нас какая-то ситуация, мы отложили этот вопрос. Наверное, вернемся к нему в конце мая, в начале июня. Не знаю, я сейчас не хочу говорить. Нет, я имела в виду, что просто честно сказать, выйти к избирателям, что я имела в виду, да, с моральной позиции, что сказать, что да, вот наш лидер скомпрометирован, мы понимаем эту ситуацию, и поэтому вот потому-то ну, у хорошо, нас есть мы... так. Ну, вот я... Хорошо, мы можем об этом много говорить, но это как бы, знаете, мне не нравится, тогда мы становимся заложниками той медийной войны, которая была начата демократической партией. Более того, я вам хочу сказать, все эти разговоры вокруг воровства из БЕМа и так далее, настолько все очень красиво, все упаковано, на самом деле никто правды не знает, и никто не узнает этой правды, к сожалению, до тех пор, пока... Сегодня все органы доследования находятся под контролем, полным контролем демократической партии. До этого никто никогда не узнает реальная какая ситуация. По Национальному банку примерно та же самая ситуация происходит. Я не уверен, что второе расследование Кролла, например, или второй доклад Кролла будет опубликован. Я, насколько понимаю, он вообще не выгоден никому из тех, кто, так сказать, сегодня контролирует эти институты. Вот, поэтому вряд ли, наверное, он как-то появится. Более того, само заседание, так как делается, например, с Филатом,
весь процесс. Это доказывает еще один раз факт, что никто не хочет реально разобраться в этом деле. А это используется как один из элементов опять вот этой пропагандистской волны по поводу того, что Пелидемия и лидер Пелидемия являются, значит, участниками, соучастниками или вообще чуть ли не возглавляли, не разработали, значит, вот этот вот... Да, я поняла, вот эту кражу. Секундочку, но здесь очень важный момент, который есть. Ну, подтверждено было несколько раз и неоднократно, что все деньги, о которых там разговариваются, нет никакого абсолютно ни мостика, да, между кражей избема и обвинениями, которые впоследствии... Я поняла, почему вас здесь прерываю, потому что я вопрос задам точнее. Сейчас мы разбираемся с лидером, я не хотела бы, чтобы мы ушли от этого вопроса. Ну, вы говорили скомпрометированно. Потому что, я да. хочу сказать, я лично, например, вот лично я, хочу услышать реальные обвинения, которые были бы выдвинуты на базе реальных каких-то доказательств. Хорошо. Этого не происходит. Хорошо. Я пытаюсь понять вот в отношении нового лидера, действительно, вы затронули... Я хочу сказать, с чем он скомпрометирован, извините, но это очень важно. Я, наверное, с вами соглашусь о том, что в 2013 году не хватало сил и не хватало мужества, наверное, пойти на досрочные выборы и тем самым противостоять вот той ситуации, которая была предсказана. Вы об этом говорили, Кирилл Петрович, и вам в ответ говорили одну и ту же фразу. Если бы сейчас, это говорили в октябре, вот так вот жестко не обошлись с лидером, партия продолжала бы сидеть там, где она сидела. Но я сейчас пытаюсь сделать попытку номер три и все-таки задам вопрос по лидерству, который интересует меня. Вот должен был действительно пройти съезд, и он не прошел. И пресса написала так, что не могут согласовать кандидатуру, потому что в партии уже, оказывается, есть группировки. Это группировка Полихович, группировка Стрельца, группировка Кирилла Лучинского и назвали Стурзу. Давайте разберемся с этим. Во-первых, есть ли уже в партии группировки? Нет, группировок нет в партии. А у вас есть такая амбиция? Нет, у меня нет такой амбиции. Стать лидером? Нет. А почему? Ну, потому что амбиция, она есть или ее нет. А вот ваш отец очень интересно про вас как-то так сказал. Когда? Не так давно. Он сказал, мой сын может повторить мою судьбу в течение какого-то времени, но сейчас Кирилл слишком честный, чтобы делать себе политические мозоли. Вы еще слишком честный, получается, или как? Людмила, надо очень хорошо оценивать свои силы. Так. Я человек, который прошел через спорт, через соревнования серьезные и очень хорошо оценивал свои силы. По первому образованию тренер. Преподаватель-тренер. Угу. Я человек, который никогда не буду кому-то мешать в этом смысле, если у него есть больше, лучше возможности, да, реализовывать какие-то задачи, которые стоят перед командой. Наоборот, я знаю, каким образом помочь в данной ситуации. Ситуация, когда, вот, например, произошла в октябре, да, и вы говорите, я один из немногих, который начал комментировать эту ситуацию. Я начал комментировать, потому что, да, я взял определенную инициативу в тот момент, когда, к сожалению, наверное, другие никто не мог этого делать. Да, были в определенном таком психологическом шоке, наверное, когда не могли этого комментировать. Угу. Вот в этой ситуации я мог взять на себя какую-то ответственность и, во всяком случае, высказать какие-то мысли по поводу того, что произошло в парламенте. И не только в парламенте, а вообще на политической сцене. На сегодняшний день, я думаю, что да, есть у меня определенные сильные стороны, я знаю, как, наверное, можно было бы помочь. Но я знаю, что это недостаточно для того, чтобы сегодня партию вытащить из того состояния, в котором она находится. В том числе, как ни странно, но мне кажется, что мне не хватает и политического определенного опыта. Хотя, с другой стороны, наверное, у меня его слишком много даже.
в сравнении с другими, если мы говорим о совокупности, да, и о памяти политической, да, которая, да, так сказать, да, связывает всю Молдову. Я имею в виду о тех, о том поведении, политическом поведении, которое необходимо для лидера, да, партии, особенно в этот период времени, который, грубо говоря, оппозиционный, да, период очень сложный. Поэтому я считаю, что здесь во главе партии должен быть совершенно другой человек, другой формации. Вот и все. Поэтому, ну, чтобы не вдаваться в подробности в другие какие-то элементы, я думаю, что это самое, самое главное. По поводу честности, да, к сожалению, это и есть у меня такая проблема. Ну, пусть она у вас тогда остается. А скажите тогда, нет, пожалуйста. Мне очень понравилось у Булгакова. Есть очень хорошая, я вычитал фразу, которая мне показалась, я как-то так сразу нашел ключ к себе, о том, что никогда не делай преступления по отношению к самому себе, для того, чтобы потом тебе было комфортно жить самим собой. И для меня вот это абсолютно однозначно. Если я не хочу идти против себя главным образом, потому что у меня такой характер, потом я буду своими угрызениями совести, тем более по гороскопу я Скорпион, поэтому постоянно хвостом сам себя буду жалить. А это не очень приятная ситуация. Хорошо. Скажите тогда, пожалуйста, честный человек, каково ваше отношение к Филату? Я поясню, что я имею в виду. Вот когда все это случилось, приключилось с ним, я видела видео в протест у суда. Это был первый такой протест, и вы были, ну, очень активны. Потом я тоже видела, что вы как бы касались этой темы тоже неоднократно. А вот недавно я увидела, что вы есть в списке свидетелей со стороны защиты. Вы остались в том самом списке? Вас не вычеркнули? Я не знаю. Вычеркнуло обвинение? Я не знаю. Вы не знаете? Не знаю. Это странно, что вы не знаете. Ну хорошо, а вот если вы в этом списке есть, и вас вызовут в суд, что вы будете говорить? Какое у вас отношение? Это абсолютно никакого отношения к моему отношению к Филату не имеет. По одной простой причине. Потому что я, скорее всего, не пойду в этот суд. Не пойдете? Так. Потому что я готов говорить, но только когда там будет, это публично будет проходить это заседание. Так. Я хочу, чтобы все его слышали, мне скрывать нечего абсолютно. Я знаю, что этот суд, это является очень хорошо запланированной акцией, в том числе и для того, чтобы дискредитировать и многих других, которые сегодня могут выходить, и честно говорить о том, какая ситуация, и критиковать демократическую партию. В том числе и господин Плохотнюков. Вот все, кто сегодня в этой стране себе позволяет это делать, все будут сегодня попадать под санкции или будут попадать под определенный прессинг. Поэтому закрытый суд – это является капканом не только для Филата, но и для всех тех, кто сегодня может туда прийти, о чем-либо сказать. За закрытыми дверьми я говорить не буду. То есть это примерно сейчас… Я не хочу, чтобы потом прокурор Бицешор выходила и от себя тяну несла, что она услышала или что она поняла. Поэтому, если они хотят меня что-то спросить, я готов ответить. Но только не в режиме закрытых дверей. А чтобы вы сами, вот у вас сейчас есть такая возможность, вот сказать в программе, да, у нас открыты двери, вот сказать по поводу этого процесса. Вот, ну, я надеюсь, знаю, у вас что... двери не суда открыты, а здесь мы в передаче находимся. Ни в коем случае. Вы же не чувствуете себя подсудимым, я надеюсь. Нет, безусловно. Ну, в данном случае мы говорим о свидетельских показаниях. Да, вот просто мне интересно, если бы у вас была такая возможность выступить на суде, что бы вы сказали в защиту Филата? Ну, слушайте, мы же не выступаем, знаете, как мы выросли на фильмах революционного движения, где там лозунги бросали. Они плохие, кстати, были фильмы тогда тоже. Лозунги, знаете, бросали. Я не знаю, во всяком случае, мне неизвестно, о чем там говорят. Мне неизвестно, какие вопросы задают, что их вообще интересует. Более того, я не читал заключение обвинения, да, по отношению к Филату. Кроме того, что нам раздали тогда в парламенте, то, что вот Шор донос, да, этот написал. Все, если исходить из того, что я прочитал, то, что написал господин Шор, мне вообще, там, я не могу быть свидетелем, потому что мне...
честно говоря, нечего там сказать. Поняла. Хорошо, вернемся к самой тогда партии, и я вам сейчас произнесу одну очень хорошую фразу. Вот такой вот тряпкой ЛДПМ больше не будет. Да. Сказали вы? Да. Вот я ждала, когда эта фраза начнет... воплощаться. Да. Я все время думала, ну вот когда? Ну, может быть, тогда, когда Филат что-то напишет из тюрьмы. Кстати, вопреки вашим утверждениям, все-таки у него есть такая возможность, если он хочет что-то донести до мнения общественности, он это доносит. Правда, пока то, что он доносит, нельзя сказать, что это что-то такое, знаете, ярко обвинительное или впечатляющее, по крайней мере. Это одна, как бы, ну, не претензия, но вопрос хороший. И вот как бы вот сейчас смотрю, может это оно, подумала я, когда услышала фразу, что ЛДПМ будет участвовать в протесте 24-го. Может быть, это имелось в виду, что не будет тряпкой. И если да, то к этому так нужно относиться или как к разовой акции? Поясните. Не будет такой тряпкой. Это относилось к тому, что сегодня на предложение Демократической партии, после того, как они... даже не знаю, каким методом убрали Валерия Стрельца правительство, значит, и сразу пришли с предложением, а давайте новое сформируем, но при этом вы давайте свои всякие предложения по поводу того, что реформировать надо страну, юстицию и все остальное, вы там нам не забрасывайте стол этими бумажками, а соглашайтесь на то, что мы вам предлагаем. И давайте дальше спокойно будем, так сказать, дальше мы будем управлять страной, а вы будете, так сказать, мы вам дадим свои министерства, там еще что-то, вы на этом успокоитесь, но главное не поднимайте шум, потому что будет как бы хуже. Вот это относилось к тому периоду времени. И мы сказали о том, что да, действительно, мы больше такой тряпкой не будем. Нами не будут потирать полы и грязь, которую сами же по большому счету и создают. Поэтому результат всего этого, то, что сегодня партия находится или фракция находится в оппозиции, и сегодня не участвует в этом процессе. То есть вот такие стойкие оппозиционные борцы? Не все. Не все. А те депутаты, которые остались в парламенте, они стойкие борцы? Те, члены ЛДПМ? Те, так я и о них как раз имею в виду, что они стойкие, да. Да. Тогда они поддержат отставку, которую сейчас предлагают и социалисты, и коммунисты? Я не исключаю, но этот вопрос будет обсуждаться во фракции, когда реально этот вопрос возникнет. Будет включен повестку дня. А ваша позиция какова? Я не говорю, что вы так проголосуете. Но моя личная позиция? Да, вот вы бы это правительство отправили в отставку? Конечно, абсолютно. Конечно. За что? Я бы, во-первых, таким образом, как они поступили, но нарушив Конституцию и предусмотренные правила регламента парламента, после того, как они провели это все за полчаса, после того, как народ просто вскипел, то я даже бы не инаугурацию бы не довел до конца, то есть без клятвы. Можно было сразу их тогда же распускать. Спасибо. И продолжу в плане ваших личных планов теперь. Вот я не раз видела такую информацию, что Кирилл Лучинский мог бы стать послом там, одной страны, потом Кирилл Лучинский мог бы стать послом второй страны. Смотрите, вы никогда не говорили, что дипломатическая работа вас не привлекает, тем более образование у вас есть соответствующее, дипломатическая академия. На сегодняшний день вас привлекает вообще вот сама мысль о том, что вы могли бы заняться дипломатической работой, послом каким-то стать? Безусловно, я и, собственно говоря, и готовился, и хотел вернуться в Министерство иностранных дел. Так. Тем более, что я как-то проработал какое-то время в рамках этого министерства в московском посольстве Молдовы в Москве, в министерстве самом. Я реально очень хотел как бы вернуться в дипломатическое, в
в дипломатическую деятельность, но, честно говоря, не видел себя в условиях какого-то двустороннего, да, то есть я имею в виду в посольстве, где, ну, послом в посольстве непосредственно для того, чтобы представлять страну, больше себя видел в рамках дипломатов какой-то международной организации или представлять Молдову в международной организации. Вот, поэтому, но да, для меня это достаточно интересная работа, интересное направление. Я накопил за эти годы достаточно большой опыт, и поэтому мне глобалистика в целом, она мне интересна. То есть вмешалась все-таки конъюнктура, и поэтому да, вот безусловно, эти... конечно. Но вы не оставляете мысли о том, что вы хотели бы этим заниматься, так? Я не оставляю мысль, что я этим хотел бы заниматься. Я не знаю, как в дальнейшем сложатся все события. Безусловно, я очень упрямый человек. И, правда? Да. И упрямый в том смысле, что я не поеду. Знаете, если была такая цель, чтобы, например, там, ну, не знаю, много говорит или там, не знаю, слишком, ну, короче говоря, надо его куда-то вывести из страны, будучи в оппозиции, и дать какой-то пост для того, чтобы уехал, я не соглашусь. И я считаю, что это возможно только в условиях, когда... Когда вы будете разделять, да? Вот, конечно, абсолютно. То есть те взгляды, которые власть, абсолютно, в принципе, так... Абсолютно. В принципе, это мне, логично. Мне подачки не нужны. Я, не знаю, к сожалению, к счастью, человек, который... никогда себя не разменю на какого-то рода вот такие вещи. Вы так говорите, как будто у вас уже было такое предложение. Не, ну, размениваю. Не важно. Вы не хотите об этом говорить, это ваше право. А что советует вам ваш отец? Ведь у вас есть уникальная возможность обсуждать свои проблемы. Вы знаете, секундочку, у меня... я закончу вопрос. Обсуждать свои проблемы и советоваться с человеком, которого до сих пор считают весьма искусным политиком. Я, безусловно, рад, горжусь, и в целом политическую ситуацию в стране, безусловно, мы обсуждаем, я прислушиваюсь. Недавно посмотрел где-то такую хронологию, написали, значит, как растут дети, значит, до, там, отношения детей к родителям. Ну, знаете, это переходный этот возраст, когда отрицание полностью того, ну, что сейчас, родители, наверное, ничего не оно понимают, там. Так там написано, вот, после 40, да, как хорошо, да, что вы у нас есть. Да. Вот я пришел как раз в возраст, когда, безусловно, я понимаю это и говорю, очень хорошо, что есть, к сожалению, мамы нету. Вот, но отец, безусловно, это человек, который очень мудрый человек. И видит вещи или, скажем так, развитие страны, этапы ее развития по-своему, исходя из своего опыта. Безусловно, у него, наверное, не хватает какой-то инсайдерской информации, которой обладаю я. Угу. Поэтому, так сказать, наши встречи, они взаимодополняемые, да, потому что он видит со своего опыта сторонний наблюдатель, но с огромным опытом, который у него был, и процессы он достаточно хорошо, как бы, понимает, а самое главное, что он знает и понимает, это психологию, как бы, народа. Я же человек, который прихожу более, наверное, в эмоциональной какой-то степени, ну и могу дополнить его взгляды определенной какой-то информацией. И вот у нас происходит больше, наверное, как бы такой обмен, конечно, но опыт, обмен, значит, взглядов, но иногда и у меня какая-то есть попытка, ну, в виде оппонента, но, ну, как бы, ну, в таком, да, виде, да, значит, пытаться доказать свою какую-то позицию. Вот, если мне удается, значит, да, вот тогда часто же удается. Ну, как часто? Да, наверное, у нас, во всяком случае, очень редко, когда происходит ситуация, когда, вот, знаете, нету какого-то там взаимопонимания. Хотя, безусловно, он всегда все-таки исходит из того, что было бы хорошо сделать для страны. Вот для людей, для страны.
Я ему пытаюсь доказать, что, к сожалению, такими мерками уже, здесь уже никто, да, так сказать, не рассуждает. И поэтому сегодня, ну, не то, что, так сказать, если мы сегодня будем выходить с такой позиции, это правильно и нужно это делать, но при этом надо принимать во внимание и то, что сегодня... Происходит, политическая борьба, она... А паршивые времена просто, я вам скажу так. Да, на самом деле это так. Но главное, чтобы вы избавились от комплекса сына большого начальника. Я подглядела одно ваше интервью, вы сказали совершенно вот здорово и весело. Вы сказали так: это ужасное чувство, когда на тебя смотрят как на хвост, как на уши. Тебя всегда сравнивают, никто не воспринимает тебя как индивидуального человека. Конечно, приятно, когда говорят, что я похож на отца внешне, по ходу мыслей, по стилю общения. У нас и на самом деле близкие подходы, но когда начинают, а вот отец бы сделал по-другому, так это другие времена, другие обстоятельства и другие условия. Да, ну, как, избавились уже от этого вот такого комплекса сына большого папы. Ну, вы знаете, наверное, это не комплекс. У меня много, как бы, знакомых было и друзей, которые, ну, так получилось, что они тоже сыновья кого-то или дочери кого-то. Ну, каждый пытается, конечно, самоутвердиться в жизни, каждый пытается внести какую-то собственную лепту, вообще, чтобы о нем говорили как... не как о сыне, да, а как абсолютно вот самостоятельной, ну, да, какой-то фигуре. Это был 2008 год. Задача. Да, я знаю, это был 2008 год, вы дали это интервью, это было, вот получилось такое очень светлое интервью. И вы там такой светлый, вот, говорили там, что самая главная задача – это сделать вокруг меня как можно больше счастливых людей. Да, это правда. Вы как, преуспели с 2008-го? Не знаю, наверное, если говорить о совсем близком окружении, наверное, я не думаю, что они стали счастливее, находясь рядом со мной после 2008 года сюда. Ну, скорее, 2009 года. Да, когда вы стали депутатом. Ну, вообще, когда вошел в политику. Это тоже ответ. Я подумала, что дело вообще еще может быть то, что вы не совсем вписываетесь в шаблоны молдавские. Сейчас скажу вам приятные вещи. Ну, смотрите. Вы можете отказаться от государственной награды. Вы можете делать какие-то вещи, которых от вас никто не ждет. Но вот есть один вопрос, который я вам давно хочу задать. Он мне интересен. Ответ ваш интересен. Вот смотрите, вы депутат парламента. Есть шеф, член партии, Влад Филат. Вы собственник телеканала ТВ7. Вот люди смотрят и видят, что на этом канале... Но я не скажу, что самое оголтилое, но идет критика того же самого Филата. Это потому, что вы такой вот демократичный. Поясните, у нас так как-то вот... Не, я это просто не смешиваю личное с как товарищ Сааков говорил, с общественным. Да? Не, я не смешиваю личное с профессиональной деятельностью. А разве так возможно? Ну, это безумно тяжело, но надо к этому стремиться и стараться. У нас, по крайней мере, у нас настолько личное в стране принято смешивать, что у нас страна на нашей и кумметрах, и вообще-то, вы понимаете, да? Ну, то смотрите, есть личное здесь, вообще здесь во главе. Же, да, это же не один из информационных телеканалов, который отрезал его, так сказать, во время официальных визитов иностранных лидеров, когда приезжали к нам, ну, госпожа Меркель, если вы помните, так сказать, стояла господин Филат, госпожа Меркель, и резали просто, оставляли только госпожу Меркель, а его, так сказать, отодвигали. Поэтому это не заказной канал. Угу. Это канал, который реально обязан отражать реальную картину в стране.
Все элементы подобострастия или все элементы манипуляции, все элементы пропаганды – это зона абсолютно закрытая для всех этих элементов. Поэтому, да, в какой-то части больше можно заметить, например, количество каких-то там новостей либерально-демократической партии в свое время было. По одной простой причине, потому что либерально-демократическая партия создавала очень много медийных ситуаций, медийных событий. И поэтому никто их не высасывал из пальца, никто не бегал, так сказать, в фитнес-центры там, или еще что-то для того, чтобы показывать, как кто плавает, и, значит, какое у него там взаимоотношение, не знаю, там, как он булочки кушает там, и так далее. Это реально было отражение событий, которые происходили и которую производила либерально-демократическая партия. Ну, не знаю, там, открытие каких-то медицинских центров в селах, ремонт дорог, детские садики, ну и так далее, и тому подобное. Я вам хочу сказать, что все сегодня говорят только о Филате и об этом процессе, но если вспомнить, например, сколько было премьер-министров от либерально-демократической партии во главе правительства, то у всех мэров было очень много проектов, которые было много денег, было много проектов инвестиционных, так сказать, создавались условия для того, чтобы развивалось. Я сейчас не буду говорить о плохой стране, но, к сожалению, мы о плохой стране чаще говорим, чем о хорошей. Ну, реально, реальная ситуация такая. Вопрос был в отношении того, вы такой демократичный начальник, вот знаете, поэтому вот это я хотела донести, что вы этим удивляли. Я не то, что даже демократичный начальник, вы можете поговорить с теми, кто работает, я даже, наверное, ну, там, либеральный начальник в том смысле, что я всегда основываюсь на... И хочу, чтобы каждый человек, который работает, чувствовал себя ответственным за то, что он делает. Без этого никакого результата, конечно, ты получить не можешь. Те, которые не несут себя ответственность и не хотят нести ответственность, они просто тогда уходят. Я не являюсь человеком, который звоню и говорю так, значит, делайте так, сяк там, и так далее и тому подобное. Может быть, сейчас вот в этой ситуации, которая очень плохая ситуация, вообще на медийном поле. Вы знаете прекрасно, что рекламного рынка практически нету, он монополизирован. ТВ-7 беспрецедентно сегодня находится в ситуации, когда пытаются помешать всяческим образом и техническими средствами. Это там, когда пытаются закрывать какие-то, значит, программы. Попытка всяческим образом там, снятия со спутника, отключения со спутника и так далее и тому подобное. В общем, идет такая борьба подковерная. Слава богу, что телезрители не чувствуют этого. Ну, у нас многие каналы проходили через тяжелые времена, да, не буду сейчас говорить про них. Вы знаете, у меня с 2005 года этот период. Я вам сочувствую, но... Да, поэтому такой опыт, как у меня с тяжелыми временами, ну, я думаю, что ни у кого такого нет в этой стране. И тогда тем более я хочу по окончании нашего разговора пожелать вам удачи. И чтобы вот выбранные вами, да, пути вот вашего собственного развития, пути вашей деятельности, чтобы они оказались правильными и приносили вам самому радость. И продолжайте делать счастливыми других. Я вам этого искренне желаю. Со Спасибо. Своей стороны могу сказать, что я была счастлива побеседовать с вами. Наконец-то. Спасибо огромное. И задать Спасибо вам вот свои вопросы. Спасибо, что пришли. Спасибо вам тоже. Вы смотрели программу «Прилюдно». Я желаю вам всего самого доброго. До свидания.